Министерство здравоохранения и социального развития России продолжает программы развития службы крови федеральной акции «Суббота доноров». В первую субботу по всей России учреждения службы крови откроются для всех, кто по каким-либо причинам не может прийти сдать кровь в будний день. Акция особенно актуальна в связи с тем, что в летний период количество доноров резко сокращается, а нужда в донорской крови не уменьшается никогда. В этом году акция «Суббота доноров» проходит уже в третий раз во всех 83 регионах Российской Федерации. Кровь могут сдать как регулярные и почетные доноры, так и те, кто впервые решился стать донором.